Так, проба. Вот моя антенна 430-144. Значит, вот у нас ПЛ-овский разъем. Вот места для противовесов. Она вообще как бы такая вот. Вот эта антенна. Вот она у нас такая. Вот противовесы. Сейчас мы прикрутим, покажем. Противовесы довольно неплохо сделаны. Тут шестерка, наверное. Давай вещи рассасывать. Вот сами скобы. Значит, по противовесам они под углом стоят. Как и должно быть. Сейчас я прикручу. Вот. Так. Сейчас поставим. Так. Ребята, молчите. Значит, вот, я вкручиваю под углом противовесы. Их здесь три. В наборе еще один, чтоб было, как кажуть. Так. Чтоб было. Опа. Так. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас мы прикрутим противовес под углом. Значит, так, вот он. Вот у нас два противовеса. Сейчас один прикрутим еще. Единственный минус, что, к сожалению, коррозия на разъеме, поэтому придется его грунтовать. А вот. Это не очень хорошо, потому что антенна новая, придется доделывать. Значит, вот так это все выглядит. Это нижняя часть. Одевается сюда вот такой вот фиксатор. Фиксатор предназначен для того, чтобы на него одевалась антенна. Сейчас мы... Есть специальный болт, который прикручивает здесь. Рабочую рубашку заберешь, да? Нет, у меня есть одежда. Так. Сейчас. Сейчас я положу пока. Ага. Не туда я вкручивал. Совсем. Итак, вот оно. Ага. Так. Даже не той стороной пытался это делать. Куда дойдет? Поэтому получилось совсем нехорошо. Ну да ладно. Да. Значит, вот сама труба. Вот сама антенна. Если ее повернуть, как она должна стоять, то стоять она будет вот так вот. Вот вверх сверху, вид сверху. Вот такой вид. Вот. Вот такая вот антенна будет на основании стоять. Ну, будем надеяться, что будет работать. Работать должна.